Всем доброе утро. Приехали ко мне голуби. Позавчера опять взял у Костика белых. Это я, чтобы берем в прямом рогу. Желтенькую под желтого взял, черного он мне так отдал. Вот красношеих 4 штучки. И пара черношеих. Ну давай, иди туда. Иди туда. Вот. Ходят тут вот шейки. Тут голубочка беленькая. Там голубь, а вон голубь. А вот пара и сидит их. Вот такие вот шейки. Вот они. Ой. Это вообще молодая, у нее как хвост такой. Еще был не сильно. Чтоб поперебивать своих, чтобы не была одна кровь. Вот. Черношеи, голубка, да, вот этот голубка черношея, а вот голубь, она, вот он. Такая вот красота, они обе синими кольцами. А желтая тоже такая, ничего. Она распушистила хвост у нас в разрез. Нормально. Давайте, давайте. Давайте. Сюда. Давай, давай. Давайте, красавчик. Вот таких вот красавел я взял. Голубь, голубка. По шейкам вроде бы даже как три голубочки похожи. Это вообще хорошо. Сейчас запущу вас. Такие они. Шмыльцы только. Резкие. Это голубь. Так что, но беленьких все равно пару взял еще. Вот они, красавелы. Своих чуть-чуть, еще этих добавлю. И будет вообще уже красота. Всем спасибо за внимание. Всем пока.